Корпорация Atmel анонсировала новую полностью интегрированную серию микросхем, использующие емкостные сенсорные технологии MaxTouch, которые значительно превосходят сегодняшние лидирующие решения. Atmel MaxTouch предлагается в ультратонких 5×5 мм БГА-корпусах, что позволит заказчикам построить тонкий сенсорный экран с высокой скоростью и точностью реакции. Высокоинтегрированное решение, использующее технологию MaxTouch, требует всего 3 проходных конденсатора для формирования законченного решения, что позволяет минимизировать размер платы по сравнению с существующими решениями, которые обычно требуют 25-40 внешних компонентов. Технология MaxTouch ориентирована на значительную часть рынка электронных устройств и идеально подходит для таких решений, как мобильные телефоны, ноутбуки, принтеры, GPS, портативные медиаплееры, цифровые фотоаппараты и тому подобное. Контроллеры MaxTouch емкостных сенсорных экранов способны обнаруживать неограниченное количество одновременных прикосновений с частотой 250 Гц. Новая технологическая платформа MaxTouch предназначена для разработки сенсорных экранов с диагональю более 10 дюймов, с возможностью управления масштабом и вращением изображения, ввода рукописного текста и распознавания формы. При разработке контроллеров MaxTouch учитывалось, что помимо отличных возможностей контроля емкостного сенсорного экрана, они также должны обладать наименьшим в промышленности электропотреблением и широкими возможностями по конфигурации для удовлетворения всевозможных требований к современным пользовательским интерфейсам. Первым представителем семейства стал контроллер MXT224. Он поддерживает сканирование до 224 углов и точно формирует информацию о позиции неограниченного количества одновременных прикосновений с периодичностью 4 миллисекунды. Благодаря большому числу контролируемых углов и высокому быстродействию MXT224 позволяет создавать сенсорные экраны с улучшенными функциональными возможностями, в том числе подавление случайных прикосновений, распознавание жестикуляций, растягивание и вращение изображения, ввод рукописного текста и распознавание форм, в том числе прикосновение лица к экрану телефона или нетбука с диагональю более 10 дюймов. За счет интеграции в одном кристалле всей схемы, необходимой для работы с сенсорным экраном емкостного типа, контроллеры MaxTouch позволяют создавать полностью интегрированное однокристальное решение без каких-либо дополнительных внешних компонентов, минимизируя за счет этого себестоимость решения и размеры печатной платы. С помощью нескольких микроконтроллеров MXT224 можно добиться снижения интервала между обнаруживаемыми прикосновениями на экранах повышенных типа размеров. MXT224 – первая интегральная схема для построения сенсорных экранов емкостного типа. При рисовании или введении подписи и распознавании символов, благодаря отношению сигнал-шум 80:1 и очень высокой частоте сканирования, она может обнаруживать прикосновения не только пальцев, но также и перьевых указателей, ногтей и перчаток. Большое соотношение сигнал-шум очень важно для точности обнаружения смежных или слабых сигналов, способствует повышению точности формируемой информации при работе в зашумленной среде, созданной радиочастотными трансиверами, ЖК-дисплеями и зарядными устройствами. Решения, не обладающие достаточно высоким отношением сигнал-шум, характеризуются повышенным энергопотреблением и сниженным быстродействием, что является следствием применения дополнительных каскадов фильтрации и обработки для выделения слабых сигналов из сильно зашумленной среды. Помимо наилучшего отношения сигнал-шум, контроллер MaxTouch также предлагает улучшенные алгоритмы для подавления шума. Благодаря им конечная продукция будет обладать предельной стойкостью к действию переходных помех. Команда инженеров Atmel, благодаря объединению запатентованных технологий переноса заряда из EXMEGA, создали оптимальную и масштабируемую архитектуру для точной и быстрой обработки сигналов емкостного сенсорного экрана и формирования информации о взаимодействии пользователя с экраном. Возможности технологии MaxTouch по обнаружению неограниченного количества касаний являются результатом использования контроля взаимных емкостей и запатентованного Atmel метода переноса заряда. В отличие от технологии собственных емкостей, которые основаны на контроле отдельных строк или столбцов и не имеют возможности обнаружения прикосновения в нескольких позициях, сенсоры, основанные на взаимной емкости, образуют матрицу независимых узлов контроля емкости на пересечениях строк и столбцов. Технология MaxTouch подразумевает независимое сканирование каждого узла матрицы. За счет этого она способна обнаружить положение неограниченного количества прикосновений к экрану и отслеживать их плавные движения по всей поверхности экрана.